Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». В Самаре силовики сыграют в хоккей, тольяттинские фигуристы выступят на юниорском чемпионате мира. У крыльев советов опять финансовая лихорадка. Крыльям советов запрещено регистрировать новых футболистов из-за долгов перед действующими игроками, заявил генеральный директор клуба Виталий Шашков. По его словам, погасить все и сразу невозможно. Вопрос очень серьезный, но выполнимый. До 27 февраля финансовые и кадровые проблемы в команде обязательно решатся, ведь трансферное окно закрывается в конце месяца, заявил гендиректор крыльев. Фигуристы из Тольятти Софья Евдокимова и Егор Базин поедут выступать на юниорский чемпионат мира. Турнир в Таллине намечен на первую декаду марта. Путевку на международные соревнования спортсмены завоевали после удачного выступления на первенстве России. Там они заняли третье место. В День всех влюбленных в субботу 14 февраля на льду Дворца спорта ЦСКА ВВС состоится второй хоккейный турнир «Кубок силовых структур». Начало в 10 утра. За главный трофей сразятся 5 команд. В прошлом году их было 3. Обладателем кубка стали полицейские. Призовые места поделили между собой прокуроры и агенты национальной безопасности. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой!